Здравствуйте. Я могу вас кое о чем спросить? Как мне добраться до этого места? Университетский городок – это далеко отсюда. После метро нужно ехать на автобусе. Спасибо большое. Эй! На обратном пути мне по дороге. Если хочешь, могу проводить тебя. Спасибо, учитель. Я впервые в Шанхае и ничего здесь не знаю. Не называй меня учителем, я еще студентка. Просто прохожу практику. Спасибо, сестра. Подождешь минутку? Хорошо. Мне нравится этот автор. У меня есть почти все его книги. В наши дни все меньше людей любят читать зарубежную литературу. В наши дни люди в целом меньше читают. Кстати, у тебя такое хорошее сочинение. Хочешь стать писателем? Амбиций у меня нет, мне просто нравится писать. Посмотри. Держи. Эй! Вон куда ты хотела попасть. Давай оставлю свой телефон и позвонишь, если что-то понадобится. Хорошо. Спасибо, сестра. Я Линь-Линь. Можешь звать просто Линь. Тогда я пойду. Пока. Пока. Посвящается нашей молодости и любви, которые нахлынули словно прилив. Двоюродная сестра Юта? Что ты здесь делаешь? У меня дела в Шанхае. Юта просил кое-что передать Сюй-И. Возможно, сейчас он в компьютерном зале. Место номер 8. Спасибо, я поняла. Ну ладно, до встречи, мне пора идти. Пока. Пока. Увидимся. Сестра, я не успеваю вернуться домой.
Ты не знаешь подходящий отель где-то рядом? Недорогой, но безопасный. Ты не нашла своего друга? Нет. Уже поздно, не броди там. Я за тобой приеду, будешь в моем общежитии. А это не будет неудобно? Наша встреча — это судьба. Не будь такой вежливой. Спасибо, сестра. Семь, восемь. Хватит, остановитесь на минутку. Подойдите сюда. Позвольте представить новую участницу, Ли Балу. Всем привет. У нее широкий выбор песен. Она может спеть все. Пожалуйста, позаботьтесь о ней в будущем. Хорошо. Она правда думает, что Тереза Тэнг? Я говорю, что однажды она умрет либо от болезни, либо от гнева. Что это с тобой? Зачем бросаешь одежду на кровать? Твои вещи пусть будут на твоей кровати. Ладно, хватит. Извини, старые привычки. Когда я в новом месте, не могу перестать кашлять. Но позволь тебе сказать, не волнуйся, я уже болела туберкулезом. Его вылечили, так что я тебя не заражу, не волнуйся. Давайте уходим. Где будем есть после выступления? Посмотри на нее. Что сделаем дальше? Ты звезда, большая звезда. Так хорошо выступила. Посмотри на реакцию публики снаружи. Как насчет добавления еще одной песни? Вы платите? Я пою. Хорошо, без проблем. Мы уладим это, как договаривались. Этот наряд тоже хорош, великолепно. Ребятки, идите сюда. Оденьтесь на ваш номер. Как сестра Бала. Услышали? Это круто. Местные авторитеты услышали, что приезжает наш коллектив. Они определенно хотят познакомиться. Сегодня каждый получит дополнительно 500. Если люди будут довольны и закажут иностранное вино, каждая бутылка добавляет 100. Ясно? Привет, я Ли Бала из коллектива Big Tent. Развлекайтесь. Если тебя просят выпить, ты должна. Босс, она больше не может. Кто приходит в ночной клуб и не пьет? Я выпью за нее. Подожди. Пей, если сможешь устоять на ногах. После этого бокала, то я прощу это. Давай, выпей. Чего выпендриваешься? За ними!
Будь нежнее. Больше не нарывайся. Ради тебя я готов на все. Почему ты не сдаешься? А ты почему? Я... Знаешь, просто я зациклен на тебе. Либала, я хочу быть с тобой, это никогда не изменится. Либала. Выходи за меня. Я буду заботиться о тебе, обещаю. Правда, клянусь. Клянусь. Я никогда не позволю тебе страдать. Хорошо? Хорошо. Правда? Ты согласна? Да? Согласна. Но у меня есть важное дело. Дождись моего возвращения. Какое дело? Не спрашивай и не ходи за мной. Хорошо. Либала согласилась! Согласилась быть со мной! Она согласилась быть вместе! Не подскажешь, как пройти в столовую? Почему ты здесь? Я не могу к тебе приехать? Конечно, можешь. Умираю с голоду. Юный герой, веди меня. Почему ты вдруг приехала в Пекин? Я здесь, чтобы выступать. Слышала, Биг Тен, они популярны. Разве они не выступают в пригородах? Почему приехали в Пекин? Я их лучший артист. Захотела и привезли. Что-то не так? Да нет, все в порядке. Как тебе живется в Пекине? Ничего особенного. Разве ты не хотел этого сильно? Мечты отличаются от реальности. Пекин слишком большой. Такой большой, что можно заблудиться. Не знаешь, какой путь выбрать. С твоей находчивостью ты не потеряешься.
Ты обо мне такого высокого мнения? Да, и я себе доверяю. Ты такая же, как раньше. Не изменилась. А ты похудел. Ешь больше мяса. Помнишь магазин лапши напротив школы? Конечно, помню. Больше нигде. Я не ела такой вкусной лапши. Здесь есть неплохое место. Немного далеко. Ты надолго в Пекине? Если ты свободна, я отвезу тебя туда. Я скоро возвращаюсь. Желаю тебе здоровья. Желаю тебе прожить долгую жизнь. Разбогатей. Оставайся красивой всегда. Да здравствует дружба. Да здравствует дружба. Какие песни ты поешь на выступлениях? Разные. И танцую тоже. Ты умеешь танцевать? Да, и неплохо. Могу научить. Извини. Уже поздно, мне пора идти. Завтра пары. Спокойной. Спокойной. Не забудь запереть дверь и береги себя. Я работаю в неплохом японском ресторане. Если ты завтра не уедешь, то приходи ко мне. Угостишь меня? Конечно. Хорошо. Пока. Я пришлю адрес на твой телефон. Пока. Thank you.
Это список литературы учителя истории на этот семестр. Можешь посмотреть, если интересно. Спасибо. В выпускном классе родители такие строгие. Наверное, придется читать эти книги тайком. Зачем спешить? Поступишь сюда, и у тебя будет куча времени, чтобы читать их в библиотеке. Еще начитаешься. Какова студенческая жизнь? Можно тратить деньги, много свободного времени, свобода и, конечно, любовь. И ты тратишь деньги. Когда-то я была просто одержима. Но позже поняла, что оно того не стоит. Мы друг друга не знаем. Почему ты мне помогаешь? А если мы не знакомы, почему ты думаешь, что я тебя обману? После встречи с Лин я больше верю в судьбу. Если суждено, мы встретимся. Если нет, не заметим даже вблизи. Это нельзя изменить. Давай. Каждый день после работы они все проезжают здесь. Мне нравится смотреть на проезжающие машины. Хотя я не знаю, куда они направляются. Я верю, что они, должно быть, движутся к своей мечте. Такова моя жизнь в Пекине. Я хожу в университет, потом работаю. Работаю, потом хожу в университет. Я еще не посещал хороших мест. Я скучный? Когда ты с тем, кто нравится, ничто не скучно. Что ты сказала? Ничего. Уже поздно. Я провожу тебя. Вытри волосы. Ладно. Я одолжил его. Фен. Они почти высохли. Дай мне высушить твои.
Мэм, мне нужно идти. Во сколько завтра твой поезд? 7:30. Я провожу тебя. Не надо, я дойду сама. Будь осторожна. В пути. Поторопись, уже поздно, опоздаешь на метро. Хорошо. Спокойный. Спокойный. Береги себя. Удачной поездки. Я пойду. Ты забыл одежду. Девушка. Женщина. В будущем не пой в других местах. Просто пой в том баре. Ты знакома с тем районом, там безопасно. Если не хочешь, не буду. Максимум через полгода я заберу тебя в Пекит. Жить со мной, ладно? Возвращайся. У тебя же пары. Я дойду сама. Будь осторожна. Я пошел. Ваш салат. Хорошо, спасибо. Брат Ян, иди проверь 6-й столик. Хорошо.
Что ты собираешься сделать? Ты пропал на 2 дня. Тебе не кажется, что ты должен объясниться? Я работаю, поговорим вечером. Сколько ты зарабатываешь в день? Я заплачу больше. Оставь работу и иди со мной. Не думаю, что деньги могут все решить. Думаешь, меня это спровоцирует? Ты не будешь делать по-своему. Официант, заказ. Здравствуйте, пожалуйста, подождите. Заказывайте. Я резервирую весь ресторан. И хочу, чтобы Джан меня обслуживал. Извините, что создал проблемы. Я увольняюсь прямо сейчас. Джан Ян! Джан Ян! В 10 выключайте электричество. Не используйте обогреватель. О горячей воде спрашивайте меня. Кастрюля стоит 2 юаня. Здесь нет шкафа. Я натяну вам веревки. И каждый день сразу выбрасывайте остатки после того, как поедите. Жена моего сына беременна и не терпит запахи. Вроде все. Спасибо. Максимум через 2,5 года я заберу тебя в Пекин. Жить со мной, ладно? Где ты был эти 2 дня? В круглосуточном интернет-кафе. Учитель проводил перекличку, я тебя прикрыл. Спасибо, в другой день угощу тебя напитком. Кстати, ты ведь помнишь двоюродную сестру Юты? Она приходила искать тебя, хотела передать что-то от Юты. Я пошел. Привет. Давно не разговаривали. Ты в порядке? Лучше не бывает. Как так? Расскажи мне. Угадай, где я? Не знаю. Я планирую остаться в Пекине и следовать за любимым. Ты в Пекине? Разве не ты говорила мне, что мечты могут сбываться? Я взяла с тебя пример и бросила вызов судьбе, как никогда не делала раньше. И где ты остановилась? Комфортабельный и шикарный светлый номер с большой кроватью. А за окном море. Ты врешь. В Пекине нет моря. Что? А Хоухай не море? Мне нужно на урок, я позвоню завтра. Да, и помни, что я в Пекине секретно. Никому не рассказывай. Не хочу сильно давить. Ладно, но пообещай, что будешь себя беречь. Хорошо, моя ворчунья. Завтра начну искать работу. Пожелай мне удачи. Желаю удачи.
都释放。